С сегодняшнего дня мы начали серию одиночных пикетов с требованием отставки председателя избирательной комиссии Липецкой области Юрия Ивановича Апухова. Поводом для пикетирования стала публикация, которая на одном из интернет-ресурсов Липецкой области появилась 25 марта этого года. Публикация говорил о том, что, возможно, председатель избирательной комиссии Липецкой области заказывает результаты голосования. И мы, естественно, на это отреагировали, направили обращение в Центральную избирательную комиссию, в Генеральную прокуратуру, в прокуратуру Липецкой области с требованием дать объяснение по этому факту и принять необходимые меры в соответствии с действующим законодательством. На сегодняшний день никакой реакции от этих органов, к сожалению, не поступило, поэтому мы начинаем акции привлечения общественности к ситуации, которая сложилась. Особенно это касается в канун крупной избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы, областного совета депутатов. Считаем, что здесь необходимо приложить максимум усилий, чтобы выборы были максимально чистыми, честными и прозрачными.